Дом быта приоденут к 5 августа. На эти цели будет выделено чуть меньше 1 миллиона рублей. Подрядчика, пожелавшего поучаствовать в обновлении этого фасада, пока не нашлось. Однако же городские чиновники предполагают, что до конца июля здание, завешенное изображением голубя, обретет другой вид. На дом быта будет праздничный баннер. Закрываться дом быта будет полностью. Занимается этим УМИС. Управление имущества. Картина будет синий фон. На синем фоне будет памятник Ермолову и дата 450-летия. Он такой будет яркий, красивый. Предполагается, что цифра 450 в темное время суток будет с подсветкой.